Всем привет, ребята, здравствуйте, с вами Братуха. И вот зашел я сегодня в игру погулять, поиграть, а время сейчас, ну, обратите внимание, 13 часов 37 минут, 3 декабря, третий день зимы. И захожу в Воробот, смотрю, короче, Воробот с красненьким таким зелененьким оттенком. До начала события остается 22 часа 12, 22 минуты. И получается, что в следующий 4 декабря, в 12 часов дня у нас появится Рождество. Вернее, ивент, праздник какой-то, где будут особые задания с новыми наградами, праздничные стычки и выигры роботов и оружия, призы, да? Подробнее у нас расписано в этом месте. Давайте посмотрим подробнее на Ютубе. Рождество. А чё без звука? О! Ла-ла-ла. Качество, конечно, не очень загрузилось. Ну, честно говоря, вот, наверное, сейчас ёлочка. Воробот. И что, всё? Блин, а красиво. В принципе, черт побери. Так-то вообще здорово. Я таки думаю, надо сделать видеоролик. Такой маленький. Скачать, короче, вот эту фигню заснять на съемочку. Отлично. И вывесить куда-то там. Как гифку сделать, что ли, или в этом роде. Пиксоники. Игра Воробот. А для чего я это, ребята, снимаю? Вроде бы все подумают, что такое у нас Рождество. Рождество вроде бы в России находится 7 числа. 6 на 7. А Рождество в этой игре отмечается, как и наравне в других играх, только потому, что Рождество американское. Рождество — это христианский праздник, посвященный рождению Иисуса Христа. Официально Рождество в Соединенных Штатах Америки отмечается 25 декабря. Но обычно американцы празднуют его несколько дней. Ну, а мы 10 дней. Россия ушла вперед. Например, в школах и колледжах для детей устраивают рождественские каникулы, которые продолжаются до Нового года. А у нас Новый год и Рождество все едино, единый праздник. Рождество, то есть начало Нового года, потом Рождество. Рождество — это радостный семейный праздник, все члены семьи обмениваются подарками. Сейчас я вам расскажу, как в Америке это происходит. А потом вы можете отписать в группе ВКонтакте «Воробот с братухой» свою историю нашего Нового года и нашего Рождества. Как празднуем Рождество мы, особенно вы в своих регионах, потому что у нас очень большая Россия, и она очень большая. В разных регионах по-разному, наверное, отмечают, но везде, мне кажется, более-менее так одинаково. Родным и друзьям, там, бла-бла-бла, это неинтересно. Дети ждут Санта-Клауса, который приходит в каждый дом и приносит им подарки. В канун Рождества дети по обычаю вешают у камина чулок, который Санта-Клаус ночью наполняет подарками. Эта традиция связана с легендой, согласно которой святой Николай подарил бедным бесприданницам по кошельку с золотом, положив свои дары в чулки девушек, вывешенные на ночь у камина сушиться. Обычай украшать дома к Рождеству астролистом, плющом или амелой пришел в Соединенные Штаты из Англии. И, короче, там бла-бла-бла. Отсюда пошла традиция вывешивать ветки амелы у входной двери. Считалось, что мужчина имеет право поцеловать девушку, которая нечаянно оказалась под веткой амелы. Да, блин, у них много интересных традиций. Это обычай целоваться под амелой во время рождественских и новогодних праздников сохранился в Соединенных Штатах до сих пор. Отлично. Хотите поцеловать какую-нибудь девчонку, которая вам нравится, по закону, не боясь получить оплеуху, едьте в Америку. А у нас в России целуйте девчонок и получайте оплеухи. Ну что ж, это, ребята, Рождество. Игра Воробот.
Будут новые ивенты, будут новые подарки. Интересно, какие? Наверное, посерьезнее, чем на Хэллоуин. Всем спасибо, ребята. Подписывайтесь на канал, братухи. Оставляйте лайки, дизлайки. Оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока. И, ребята, с новым наступающим 2019 годом.